После закрытия избирательных участков, бюллетеней из урны для голосования члены УИК перемещают в сейф-пакеты, которые снабжены специальными техническими устройствами, препятствующими их бесконтрольному вскрытию. Этот процесс документально оформляется актами избирательной комиссии. Вчера вечером, сегодня утром не было никаких проблем, связанных с хранением бюллетеней. Это хорошо, поскольку иногда такие проблемы случаются. Но вот мы сейчас находимся на такой стадии развития нашего избирательного процесса, когда вопросы правонарушений, вопросы борьбы с ними, противодействия им уже практически не стоят. Уровень доверия достиг таких высот, что наблюдатели на избирательных участках, члены избирательных комиссий, представители кандидатов находятся в состоянии конструктивного сотрудничества. На всех участках организован процесс видеофиксации. 175 камер транслируют изображение в Центр общественного наблюдения, где специально обученные наблюдатели круглосуточно следят за соблюдением закона. Пока никаких нарушений зафиксировано не было.